настрой страну. 6 дней американский президент не появлялся на публике и вдобавок в разгар кризиса отправился в отпуск в Кэмп-Дэвид. В итоге Байдена обвинили едва ли не в дезертирстве, и ему пришлось срочно возвращаться в Вашингтон. В мой адрес потоком идут требования со всех концов нашей страны. Остановить опасное развитие событий. Прекратить издевательства над народовластием. Уже более года предпринимаются попытки найти компромисс с депутатским корпусом, с Верховным Советом. Россияне хорошо знают, сколько шагов навстречу делалось моей страны на последних съездах и между ними. Но даже если о чем-то удавалось договориться, через короткое